Всем привет, привет, это Туп, солнечная Италия на проводе, я уже в брюках собираюсь по делам, решила с вами быстренько поговорить. Новости, какие новости? Вся в новостях, со мной моя любовь, моя красивая девочка, глаза помыли, на попке волосы обстригли, да. Еда по расписанию, да. Вся в новостях, девчонки, видели вчера в Инстаграме, выставила диалог, не знаю, если женщины меня смотрят это также на Ютубе. Вы, конечно, меня извините, мне пришлось вас заблокировать, потому что, вы знаете, я со многими общаюсь голосовыми, не в моих правилах сливать переписку, но я с вами, в принципе, не переписывалась, это вы со мной переписывались. Слушайте, до такой степени вы меня ненавидите, я вообще так не поняла, вы что там, какой-то заговор делаете? Кстати, надо это убрать, потому что оно там у меня лежит. Это же типа на за что по дырочке надо. Вы с такой ненавистью мне там что-то, какой-то заговор, наверное, шептали там на меня, что вы ведьма какая-то говорите. Знаете, вот если бы я это не показала, вот не выставила, люди бы не поверили, что реально вот такие вот есть люди. То есть, знаете, вот не из готиверии я это выставила, а просто, чтобы вот девочки посмотрели, что реально вот, вот такое вот есть. И что интересно, что с чего вы взяли вообще, что я в Литве живу? Зачем мне вообще нужна Литва? Я не умею на нем шпрехать, на литванском. Я в Италии 20 лет уже. 20 лет я в Италии, и нормально я себя чувствую. Я Италию люблю со всеми ее проблемами, со всеми невзгодами, со всеми падениями, взлетами. Я просто люблю Италию. Вот. И опять же говорю, я такой отшельник, мне самой с собой весело, поэтому я не страдаю от одиночества, потому что в какой-то степени, конечно, это одиночество по-любому. Но я от него не страдаю. Подожди, я тебе дам носок. На, иди сюда. На. Носок надо штопать. Садим, она уже бегает по дому. Зубы у нее режутся. Я не тяну специально, потому что смотрела видео, что тянуть нельзя. Потому что это... Зубки могут выпасть. То есть они сами должны выпадать. Хорошая сегодня девочка, себя хорошо ведет. Почему я тепло одета, девочки вчера писали? Потому что у меня окна здесь, у меня окна вообще нараспашку открыты. А в комнате Александры я прикрыла уже окна, закрыла в туалете и на кухне одно закрыла, потому что холодно. У нас похолодало, и это самое холодно. Вот. Поэтому, я еще и мерзлячка. Я просто жду сейчас человека, должен заехать. И сказал, я заеду, не сказал во сколько. Вот, я жду человека, поэтому я уже оделась, как только человек заедет, и я пойду по своим делам, и потом забегу в магазин. Присела я на картошку с помидорами, вот этими итальянскими, знаете, закрутка вот эта ихняя. Ой, как это вкусно. С этой картошкой уже пухну. 29-го по расписанию у меня должно было быть мероприятие, но... буду, наверное, отказываться. Не, наверное, буду отказываться, потому что один день мероприятия, ехать на один день, даже если это оплачивается, гостиница и все, ехать на один день. Девочка вчера позвонила, говорит, ты будешь на этом? Я говорю, мы на машине. Она говорит, нет, потому что, говорит, я уезжаю за неделю на свадьбу. Раньше уезжаю. Потом там встретимся. Я говорю, давай тогда созвонимся, как правильно. Я говорю, потому что мне, я говорю, надо это подумать. Что-то я на один день. Да, нельзя руки кусать. На носок. Носок бери. Бери этот носок. Бери этот носок. Злючка такая. Злючка ты. Злючка ты, малая. Мамина красивая девочка. Красивая. Угу. Все, ей кусать надо. Резинку сняла, блин. Такая резинка красивая, мама тебе завязала. Такую мама красивую сделала резинку из моих колгот вырезала. Очень красивую резинку. Очень красивую резинку. Очень красивую резинку мама сделала. Очень. А тебе надо в рот все, да? На тебе надо в рот все. Да? Начала вчера смотреть фильм. Девочки посоветовали посмотреть фильм «Посторонние». Ну, такое себе, знаете, не для меня. Хотя девочка говорит, посмотрите, вам понравится. Ну, блиха-муха, не для меня. Начала смотреть... не экспедицию, а там, где кролики, тушканчики убежали, и, типа, как бы должна пойти заражение. Первая серия была в Ютубе, посмотрела, мне, в принципе, хотя не мое, я такое не люблю, но как же называется, типа, как бы заражение, не знаю, там тушканчиков мужик привез в клетке на продажу, купили тушканчиков, наверное, сейчас, по идее, этот тушканчик кого-то укусит, и начнется эпидемия, по-моему, называется так. Вот. И вторую серию не нашла в Ютубе, как-то и все, и ушла. Вот.
Начала смотреть, тоже девчонка посоветовала фильм «Начальник разведки». Очень нравится, «Довоенное время». Я не знаю, почему. Можете писать все, что хотите. Я говорю то, что я вот такая я. Вот нравится, ну, нравятся мне вот эти вот довоенные, послевоенные, вот, советские вот эти вот фильмы. Я не знаю, почему мне нравится. Я вообще узнала из этого фильма, что, оказывается, посольство СССР было на территории Германии. Боже мой, вообще, там девочка тоже, или мальчик написал, что типа, Марина, так вот надо учить историю, девочки. Меня, понимаете, у меня мозг не для этого. Я и так уже знаю премьер-министров стран, уже знаю, как называются президенты в каких странах, этих советчиков каких-то знаю в парламенте. Оно мне надо 300 лет. Жила себе, не знала баба беды. Научилась, уже знаю, бля, пофамильно. Мэров, блядь, хамуха, городов. Города, которые даже не знала, что они на карте есть. Я этим не, вообще, не, это не мое. Вот тряпочки, вот это вот. Полы, все, не надо меня, это что? Еще скажите мне, географию сейчас учить придется. Для меня это очень сложно, все вот это вот восприятие всех вот этих вот фамилий, каких-то ненужных мне людей, которые обо мне не позаботятся. Позаботятся только о своих интересах. О интересах людей никто заботиться не будет. О простых людях. Это только разговоры, что мы о вас думаем. Никто о вас думать не будет. Так, да, я подзамерзла. Подзамерзла, потому что на улице похолодало. Мы на улицу не ходили. Дождь был вчера. И сегодня погода пасмурная. И сейчас мы выйдем. Опять будет мокрая пузо, она маленькая, у них нет подшерстка, девочки написали, я не знаю, что такое подшерсток, или же это, ну, типа, короче, у них под кожей нет шерсти, вот так я понимаю, из-под кожи шерсть не растет, и им, типа, холодно, нафиг еще заболеет где-то, ноги короткие, она только она становится на этот самый, на землю, вся грязная. А по поводу того, что говорят, какой комбинезон, зачем лето, жарко, нет. Вот сейчас холодно, и, конечно, классно было бы, если бы комбинезончик, я же не говорю там с лапами одетыми, там, с капюшоном, а вот именно, чтобы закрывал бы этот самый, можно было бы гулять. Но она еще маленькая, ей только исполнилось 4 месяца. Вот, поэтому она сегодня умничка. Уже понимает, что когда я мою, протираю пол, что надо сидеть в этом загончике, она уже понимает. И вообще она его использует как туалет. В последнее время я за ней наблюдаю, что она может где-то там наделать свои дела, если заиграется, и не на пеленку может наделать. Вот. А так даже иногда она туда, прям в домик заходит, делает, то есть как туалет он у нее. Ну, сегодня, я думаю, что вы не увидели в ней грусть в глазах. Да? Не увидели в твоих глазах грусть? Вот это ухо, почему ты его заламываешь? Оно что, так вот должно быть? Ухо твое. Да, ладно, это уже потом, сейчас это не важно, к этому гурману сходить, узнать, где есть стрижка, сколько стрижка стоит. Ну, красивая девочка, красивая маленькая мамина доченька, красивая, да. Вот, короче, девчонки, такие дела, мальчики, мужчины, так что жду, сейчас приедет человек. А, по поводу спрашивали, говорит, а что ж вы сказали на этой неделе, начнете туалет? Ну, во-первых, мальчики знают, что мне нужно, ну, что я есть. Вот, я никогда не напрягаю, не говорю там, ой, давай, надо, ничего не говорю, я никуда не спешу, и сейчас не то настроение, чтобы куда-то что-то делать. Вот, и огромное спасибо, Марианна, тебе, девочки из Инстаграма, за поддержку вообще. Всем спасибо, конечно, но вот она мне вчера прям накатала, что вот Марина говорит, все, начинайте жить своей жизнью, все равно никому ничего не докажете, прям такое письмо, прям, что вы не измените мир, не измените к вам отношения, живите. Надо жить, менять свою судьбу там, и все остальное, там, отношение к жизни. Спасибо большое. Не знаю, если так и зовут девочку, но подписана Марианна. Вот, поэтому мальчики обо мне знают, придут, сделают, когда будет... Сейчас, может быть, Пасха была у них, потом была Пасхетта. Теперь 25-го как раз на мой день рождения. Кстати, всех апрельских с днем рождения, девочки, мальчики, мужчины. Ваших деток с днем рождения. Тельцы – это очень классный знак. Это очень классный знак. Мы, конечно, немножко припищенные местами бываем, но нормально, зато мы не подведем. Вот. И 25-го у них получается освобождение Италии. Праздник. Все закрыто. Нерабочий день.
И, возможно, после праздников уже ребята придут и сделают. Я никуда не спешу. Так вот надо. Здесь, и когда видно, еще с приюта отдавали. Не с приюта, а с питомника. Вот здесь очень коротко подстригли ей на мордяшечке. Вот эти, покажи. Вот эти вот штучки. Стой, стой, стой. Вот эти вот штучки ей подстригли очень коротко. И надо, чтобы они отросли. Чтобы вот здесь разделение было. Вот. А так, что мы встали, завязали волосики. Конечно, для нас волосики завязывать — это трагедия. Резиночка слабо висит для девочек и юных натуралистов. Слабо висит. Здесь уже засаленные, потому что ее постоянно трогаю. Я ее постоянно трогаю. Постоянно ее трогаю. Трогаю ее постоянно. Это девочку такую красивую. Марина, не портите собаку больше этой краской. Не буду. Мне девочка вчера с... Ой, господи, я извиняюсь. Девушка из Санкт-Петербурга выслала фотку. Наверное, на этом телефоне. Наверное, я вам не покажу. Она работает вот этим вот гурманом. Стрижет. Вот. И... Сейчас я покажу, если на этом сфоткала вам. Пуделя делала она с синим ушком. Очень красиво. У нее нет, не здесь она. Не здесь. Это вот, смотрите, Джордж с карликом. Видите, жарили гриль у карлика дома. Ну, я думаю, что счастливый, да? То есть для психологов, психиатров, невропатологов, работников вытрезвителя. Я думаю, что видно, да, что счастливые лица, в принципе, им весело. Не София высылала. Да. Кстати, на маникюр, девочки, за маникюр мне не ответили. Я хочу сделать себе вот такой вот маникюр. Нету мест. Они сказали, что не надо грим-пас. Можно без грим-паса. Я говорю, хорошо, тогда там до 25-го, до 29-го. И нету, девчонок, места. А потом, получается, майские праздники. Не знаю. Девочки говорят, купите пилку, пилка у меня есть, говорят, и затрите. Я просто боюсь, что я сама затру этой пилкой до мяса. Поэтому уже как-то так, не знаю, вот такие вот я ручки хочу сделать себе. Не знаю, если у них получится, и все такое. И вот еще красиво, смотрите. Вот такой вот. Куда ушли? Вот это какой, она же, знаете, не всегда шокола меня крутится, она же еще и, как его... Притихнет. Притихнет. Раз притихла, где она? Что она? Где? Где твой мячик? Мячик где? Где мячик у Шанель? Еще имя такое, блин, Шанель. Тоже девушка выслала очень красивую фотографию собаки ее брата. Ну, не балонка у него, это там мальтези. Другая, прям такая, прям пушистая, голова такая красивая. Наверное, пудель. Пудель, наверное, какой-то. И тапок мой понесла. С моим тапком ходит. А девочка из Санкт-Петербурга говорит, что мы, говорит, практикуем и красим красками, которые стойкие, не на уши ты красишь, а на шерсточку. У нее прям пудель с таким синим ухом. Ну, вот видно, в этом телефоне я скрин сделала, хотела вам показать, очень красивая работа, молодец. Вот, так что, девчонки, начала я смотреть вот этот вот фильм «Мальчики-мужчины», начальник разведки. Офигеть, мое, прям огромное спасибо, кто посоветовал, но только 4 серии. Блин, ну, может быть, потому что, знаете, фильмы такие вот исторические, и ты как-то, ну, в эту историю углубляешься. Я всегда как-то с детства любила эти фильмы смотреть. Как-то вот комедию я, ну, не знаю, ну, не смешно мне. Если я там высылала своей племяшке вот эту фотку, то поржали все от души, и реакции на историю, сейчас покажу, было очень много, все прям поржали с этого чувака. Вот это вот мое, вот это я смеюсь. Баюшки, баю, не ложишься на грани, мою саму высоко, и кусочек, кто... Мама, я кушать хочу. Вот это вот класс, вот это вот сыграно. Это типа как укладывает спать ребеночка. Я прям вот себе скачала, я прям смотрю, прям мне очень нравится. Как укладывает сыночка спать, и племяшки свои выслала. Я говорю, маме показывала, а Лена говорит, да, показывала. С Леной сегодня разговаривали, интернет плохой. Но сегодня с сестрой разговаривали, сестра мне сегодня позвонила. Вот, надо позвонить родителям, папе надо позвонить, узнать, что и как. Вот, что еще, девочки, мальчики, мужчины? Ну, в общем, баста. Тапочки мои, нельзя кушать мамины тапочки. Нельзя.
Нельзя, фу. Это мамины тапочки. Ну, я сегодня смотрела, там кошка, вот помните, я, когда мы с Шанелькой гуляли, погода хорошая была, и там собачка, маленький щеночек был. Сегодня хозяйка шла, но шла тоже не по траве, а прям по над домом шла. Но он мальчик, он ногу поднял, по над дом нассал, понимаете? Что, если на веревочке пойду, вот это... Да, Шанель, на веревочке ты ходишь? Потому что я говорю, Саш, по дороге едешь, купи этот самый поводок, мне просто не по дороге идти. Просто не по дороге идти, поводок. Говорю, не покупай вот этот, который длинный. Купи мне просто поводок, который она не перегрызет. Да? А тебе говорим. Да, моя хорошая. Лапы короткие, выходишь и все. Сразу мокро, заяц весь. Короче, вот такие вот дела. А что еще вам сказать, девочки? Обязательно забегу сегодня в магазин. Обязательно куплю сегодня себе картошки. Надо написать заранее, предупредить, что у меня 29-го. Не хочу, не могу. Я вот не знаю, не хочу. Если бы это вот на 2 дня ехать или на 3, то да, это оправдывает. На один день ехать полдня в поезде, ну, смотря, конечно, сколько тебе заплатят. Если тебе оплачивают дорогу, работу твою и плюс еще и проживание, то это одно. И это, считайте, первое мероприятие после всего вот этого вот ковида. Там некоторые девочки ездили на Сан-Ремо, но опять же это, ну как там, не такой масштабный получился у них Сан-Ремо. Это было не Сан-Ремо, а само официальное. Это сейчас же опять припишите, что не надо. Эй, эй, что мы туда пошли? Иди сюда, Шани. Вени, вени. Она мне в дом туда на первый этаж кошачий лезет. Я не знаю, что она там делает. Лишь бы такое не нассало там. Вот, не такое масштабное мероприятие было, но девочки были, все в масках, и многие желающие и не поехали, да, хотя гримпасы у большинства, вот, но не было таким масштабным. Это, получается, такое более, в Наполе будет проходить, более такое масштабное первое мероприятие, но только на один день, в том же зале, где я уже была, не знаю, мне там, не знаю, как-то не хочется, хотя там будут... Там идет отборочный тур, на вот этот реалити будет первый. И, знаете, не потому, что я там себя нагрузила, просто как-то внутренне, наверное, подустала от всего. И смотря новости, понимая, сколько туда еще идет всего, я понимаю, что просто это надолго. Это реально надолго, и, потому что, как сказали, я бы до такого не додумала, сказали, что вообще в любых точках, когда идут военные действия, что это... деньги в любой точке мира, что это большие деньги, что это испытания новых, вы поняли, и говорят, что надолго, потому что все это поступает, и ни к чему люди не приходят, и я знаю, что многие уже от этого устали, от всего, я же говорю, что у меня идет такое отрицание в голове, что просто, вот вообще просто. Ну, я окажусь такой, знаете, хохотушкой, или там наоборот, кто-то пишет, боже, какая вы нудная баба. Вот, ну, нудность тоже бывает, тоже присутствует. Ну и где мы? Эй! Шани! Что мы там делаем? Иди в свою кучу, ложись. Куча – это место. А вот, и это самое... У меня идет полнейшее отрицание, и, короче, в голове бардак. Я уже не знаю, к чему я вела, мысль потеряла. Вот, девочки, мальчики, мужчины. Поэтому как-то... я говорила не потому, что я там нудная какая-то, да, и все остальное. Я, на самом деле, очень глубокий человек. Там себя не похвалишь, никто не похвалит. Второй подбородок прикрыла. Я очень глубокий человек. Вот такой я, кажусь, деловая. Но, на самом деле, я очень ранимая. Не надо мне на кровать прыгать, там он у Наташи Нафи спрыгнул, этот Илюша, с кровати, и все. На кровать не надо на кровать. Вон куча есть, пошла в кучу, все. Играйся в кучу, сейчас моряк встанет, будет с тобой играться. Молодец, умничка, молодец, браво. Брависсимо, на носочек, маме, на. Играйся носочком. Умничка, играйся. Я почему ее с кровати так убираю, потому что она заигрывается, она мне вчера нассала. На одеяло. Но я потом быстренько все затерла этим, с гроссатурой, с гроссатурой, как он переводится, с грасса, это жир, выводит, типа, жир выводит, ну и можно все смывать, поверхности, я быстренько затерла.
Она есть хочет, поэтому не спит. Но сейчас я ее покормлю. Сейчас по времени. Хотела на часы посмотреть. Сейчас я ее покормлю, она и уляжется. Что мы кушали рано. Сказали давать 4 раза в день. Даю 3 раза в день. Бывает, что не доедает, потом возвращается, доедает, кушает. По настроению вижу, что нормально. Всю еду кошачью убрала, на стол поставила, потому что при мне кошачий корм, вот этот вот сухой, не таскала. Вот, а потом что-то смотрю по киевской котлете, что-то не то. И все, наверх подняла, сразу все нормально стало. Не ела она корм сухой, а таскала, знаете, по кубику, типа там утащит и играется там с ним. Там, ну, там где один, там и два. Видите, на эту сторону легла, а на эту сторону сразу все переехал. Да, спит хорошо, спит, я просыпаюсь, на нее поглядываю, и она это спит здесь в люльке, прям тихо. Если я сплю, спит, ничего не делает. Ну, как ходит по делам-то, я вижу, что ходит, делает свои дела. Потом, видно, возвращается. Ну вот, поэтому, девочки, мальчики, мужчины, я такой, скажем, наверное, ранимый человек все-таки на некоторые вещи. Так, ко мне пришли уже точно, все, пришли ко мне, я потом по делам.